Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 387. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, то бишь нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение Горько 18. Давайте начнем. Кстати, не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии по данным видео. Так, давайте в основном как-то мы со звуком-то разберемся. Да. Тоже больно громко. Вот. Так, вот где-нибудь все ставим. Сохраним сразу же. Делали. А, мы получили все, что нужно, да? Ну, давайте пойдем. Пойдемте туда, куда я не хочу идти, но придется. Вот. Господи, что это за странный каприз природы? Что же здесь случилось? Над этим пусть думают другие. Прикончим этих и идем дальше. Первым делом берем крупного. Да, что ни поворот, то новый вид. Не спускайте с него глаз ни на секунду. Что-то мне подсказывает, что мы с ним еще повозимся. Да. Судья. Сержный, блин. Давайте как-нибудь их. Первым делом надо присяжный грохнуть. Судья не дойдет до меня пока? Нет. Они еще живы остались. За что такое наказание? Попади сюда, сука. Блять, это печаль. Матанга идет. Попробуем вот так вот. Сразу отходим бочком. Блять, он достанет меня. Сука. Коврига. На тебя надежда, на твой шокер. Оглушен. Есть. Так. Это очень большой бонус нам. Нам это на руку. Ты все равно никак не можешь дойти, да? Так и толку ты не сможешь бить. Не так, не так. Ну ладно, что делать-то.
как-нибудь разуплотним. Нахер. По-бырому. Это ему пером. Толк от твоего пера. Нихера. Коврига, коврига, давай. Коврига пока очень чуть бить и бить. Так, все, у него много хп-то. Жирный гад. Ох, ребята, сейчас этот хрен проснется. Оглушение кончилось. Сейчас быстро делать надо ноги от него. Валим. Пипец. Ага. Ничего не смог сделать, да? Ребят, надо его добить срочно. Ах ты же, блядь, коврига. Я же не думал, что у тебя дробовик так не стреляет. Ладно, будем действовать так. Ну, блять, огнемет не дотягивается, сука. Ох, печаль, беда, беда, печаль. Юка, давай-ка тебя что прокачаем-то. Здоровье тебе сделаем. Контратаку надо делать. Есть как раз. Ребят, это круто. Мы уделали без потерь. Так, надо засейвиться. Фу, ребят, я честно скажу, я пересрался. Если эта херня бы мне ушатала бы, мне было бы очень больно. Что за диск? Жесткий диск какой-то. О, хорошо, ладно, мы жесткий нашли. О, вот это уже очень хорошо. Сейчас пойдем раздавать бонусы всем. Дадим-ка мы УЗИ
по-хорошему, Юко. То у него такого стрелкового оружия нормального нету. Так. Ну, селивановая, как говорится, М-ка. И это хорошо. Так, аптечки. Давайте посмотрим, кому что подлечиться надо. Да пока у всех все нормально. Пока у нас все вообще, ребят, шикарно. Несколько градусов под напряжением. Ага. Нам надо где-то отключить напряжение, значит. Наверное, нам сюда. Перчатки. Все. Постер девочек. Вот, блядь, опять махач. О, уже новая братва. Николай, это настоящая ловушка! Не все так плохо, Юка. По-моему, я даже знаю, как нам выбраться отсюда. Так точно, майор! Нет ничего проще. Мы остаемся здесь и замуровываем все к черту. До сих пор это хорошо помогало. Тарас, эти твои идеи нас всех загонят в могилу. Шикарно. Прикончили. Вот, Тарас, тебя-то здесь бы сейчас с шокером-то. Ну, что поделать, шокера у тебя сейчас нет. Будем справляться своими силами. Давай, верю. А чё нет-то? Он ещё и не рядом был. Вот печаль. Накосячил я. Шмалец. Тоже погорели, пошмаляли. Да. Пока не вариант. Николай, нам надо прикончить эту падлу.
надеюсь, Коврига, ты сейчас... Да, молодец. Ты меня порадовал. На тебя потренирую на что-то. Да, и их броня, она, конечно, дает о себе знать. Ну чё? Сейчас самое главное, что эта матанга подошла сюда, к бочке, правильно. Получу я пиздюлину, чувствую я. Точно не убью. Давай. Ну все, готовимся. Пиздюлям. Ну не так сильно бьют, это уже радует. Там коврига твоя бита. Так. Где лучше? Сука, я думал, ты хоть 13 собьешь. А, ну толк. Ладно. О, контратака есть. Мы его сейчас топориком нахер. Тюкнем так. Всегда не забываем засейвиться. Я раньше не сейвился и все время забывал это делать. Сейчас я понимаю, как это иногда надо. Ну, по таблеточке, кстати, можем съесть коврига. Дай-ка нам по таблеточке всем. Выдели коврига нам таблеточки волшебные. Баллон СО2 подобрать.
Что же, уже хорошо. Время тогда у тебя избито, у тебя будет ломик. Походу дело нам туда, где мы использовали резиновые перчатки, где электричество-то было. Сейчас, ребята, 100% сохранюсь, потому что я помню, что сейчас будет. Будет очень нам сейчас жарко. Боже, теперь нас может спасти только чудо. Спокойно, Василий, нас не так просто испугать. По-моему, это настоящие киборги. А что если весь этот город одна большая западня, а мы приманка? Это опытные кролики, на которых решили проверить, как эти твари умеют убивать. Благодарю за оптимизм, Юг. Ладно, начали! Проверим, как работает напал. Ну чё, бабуля, блядь, пиздец. Ну и название, да? Очень быстро. Один раз замедлимся, и нам трындец. Хотя вообще бы не подпускать бы никуда. Ну да ладно, что нам делать. Гулять будет. Отличная контратака, это вообще хорошо. Ну что, она снова-то бьет? Thank you.
бабуля. Ну что, надежда вся на тебя, на шокер. Есть, она оглушена. Чтоб огонь не горел. В огонь сейчас загорится. Коврига как битый. Где-то там, где-то там. Да, бляха, мух, как так промазать-то? Рискованно все это, рискованно. Вот, все-таки я из этой шмальну. Все, нахрен. А то я думал, если что так добить. Но не знаю, получилось бы, если догорела бы она, не догорела. Но рисковать опасно, как вы видите, она очень хорошо бьет. Очень много неудобства доставляет. Еще ящичек, сундучок. О, пистолет с транквилизаторами, это вообще гуд.
синхронизатор у нас все коврига этим занимается. Так. Питательные ножики. Ну, давай. Вот так поделим их. Все отлично. Ну и думаю, давайте подхпшимся, что ли. Нам уже лучше. Блять, и тут опять мягче. Бля. Ребят, если хотим добраться до ворот, придется и этих уложить. Они еще крупнее. Эх, Микола, ну и в передрягу мы с тобой попали. Коврига, будем пробовать твои новые возможности. Нет, не будем пробовать. Что у нас сейчас попробую хорошенько на вкус. Ну что делать? Пока мы ничего не можем сделать, недалеко от нас. Ну ладно, они не стреляли, это уже хорошо. Падла. Брать, я никак не выйти. Тебе не уйти. Вот это печаль. Огнемет, ну-то меня нихера научать. Опять коврига мешает этим прицелом. Почему тебя никак не убрать-то, а? Надо их по очереди быстро всех вырубить. Новое подзадание. Хотя нет, я не хочу патроны тратить на нее. Сейчас мы проверим огнемет. Сколько он снесет и что он сделает. Насколько этой бобо будет. Она сдохнет уже. Это уже хорошо. А мы пока займемся этой. Небольшой бобон.
стрелять будет, сука. Бля! Вот это печаль. Так, смотрим, как это сделали. Бьешь полюбаться. Все отходим сюда. Чем дальше, тем лучше. Да, наоборот, поближе. Блять, да что за западня, а? Раз, опять должна восстановиться штука. Все перезаряжается, сука. Ну что делать, придется эту юзнуть. Другого варианта я не вижу. Давайте вот тупо запинаем вручную. Пока есть возможность, пока это еще падла не позла, но эта падла урон-то не сильно наносит. Надеюсь, уже никто не приползет. Ну что ты будешь делать, а? Ну а мы подождем, когда это подойдет. Хорошенько. И вручную тоже забьем нахер, чтоб патроны не тратить. Коврига, ты сегодня последний добьешь ее битой своей. Нормально. Отлично. А.
отпечатков пальцев. Где нам отпечатки пальцев взять? Может, у шмуров этих? Тут и озадачился. Где нам отпечатки пальцев-то взять? А, вон тут что-то мелькает. Рука, во. Рука монстра. Во. Мы нашли. Добро пожаловать, да? Еще одна битва. Еще какой-то босс. Да. А я еще не сохранился, да? Вот печаль, беда. Я этого просто не понимаю. Ничего подобного мне в моих исследованиях еще никогда не встречалось. В исследованиях, а? Знаешь, как нас в свое время учили? Меньше болтать, да больше стрелять. Тоже мне исследователь. Хватит лаяться. Готовьте лучше оружие. Этих уродцев исследовать лучше всего прямо в морге. Недоцельно. Ящик еще открыт. Ладно, так. Юка, ты хоть как-то в броне. Давай первый удар ты нанесешь. Хочу, и тебе достанется больно. Ну хотя бы. Это не будет так опрометчиво. Да, у него какое-то нехило. О, блядь, ну сейчас еще подгон. Еще съебался. Сука, жук ебаный. Понятное дело. Ну, подойдем вот так. Так, с коврика вроде не зацепит. А-а-а, блядь. Еще пизже. С твоей линии огня. Ну
Гранату я кинуть, да, не могу. Ладно, надо все равно выходить. Я знаю, это сложно, но нам надо. По-другому никак. Блять, еще и выстрелить-то никак, да, ну? На танго. Ты мне очень, блять, не нравишься. Леонов, извини. Сейчас тебе будет больно. Нет, хотя не будет еще. Сейчас главное, что ты пробежал. Глушение кончилось, да, говоришь? Сейчас, блядь, я тебе покажу, как оно кончилось. Сюда, Селиван, встанем. Он тут по нам не попадет. Бивис и Батхит, блядь. Нет у меня, да, мощнее ничего из оружия-то такого-то. Коврига, опять твоя очередь. Есть. Давай, Василий. Василий. Вася. Давай, давай. Мы делаем еще эту падлу.
навык до ближнего боя это прокачиваем, это хорошо. Опять я жить решил, да? Ну уж хрен тебе. Ну посмотри. Зарубим, запилим, забьем. Ему-то еще немножко. Ему трындец. Давай, Селиванов, добей его. Он к тебе еще и прилег так. Ну, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале NefRighter687. С вами был Неф. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии по данному видео. Ну и подписывайтесь на группу «Наши 90-е». Всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock.